спасение — это дар Божий, это благодать. Никто из вас не заслужил спасения. Я не заслужил спасения. И мы не можем заработать спасение. Оно по благодати, это дар от Бога. Но в этом даре нужно уметь устоять, люди. Устоять. Вы не можете оскорблять Духа благодати, произвольно продолжая грешить. Если произвольно продолжаете грешить, и вы христиане, вы оскорбляете Святого Духа. Вы оскорбляете Духа благодати. Вы оскорбляете этот дар, который Бог хочет вам дать, а вы на него ногами топчете. И вы пойдете в ад, люди, я вас предупреждаю, Бог поругаем не бывает. Не идите в ад, придите ко Христу, смиритесь, молитесь Ему, поститесь, всем сердцем ищите Его. Смиритесь перед Ним, Бог гордым противится, смиренным дает благодать. И Он вам в вашем смирении даст своего Духа Святого, так что вы сможете Духом Святым умерщвлять грехи. Апостол Павел говорил, если вы живете по плоти, христиане Рима, он это к ним говорит, вы умрете. Если вы духом умерщвляете дела плотские, живы будете. Святым Духом, вам нужно иметь Святой Дух. Если вас его нету, то вам нужно смириться перед Богом, смирить себя до пыли, и Бог изольет на вас Святой Дух свой. И там вы будете молиться, умерщвлять искушения. И вам нужно молиться каждый день. Войти в правильное отношение со Христом без греха. О, люди, у кого есть уши, да услышат. Я знаю, большинство из вас закрыли уши и не слышат, ослепили глаза свои, не видят. Сердца свои окаменили. Не обратитесь к Господу, чтобы исцелил вас от ваших грехов. Не обратитесь к Господу, потому что идолослужители становятся как их идолы. Большинство из вас идолослужители. Вы любите этот мир, вы осуетились, вы любите свою жизнь. И вы не ищете автора этой жизни, Бога, который вам дает эту жизнь, Иисуса Христа. Вы не ищете святости, праведности. Вы не ищете того места смирения, чтобы получить благодать, чтобы спастись от Божьего гнева, чтобы ходить свято и праведно, чтобы освободиться от рабства греха. Иисус Христос говорил, всякий делающий грех есть раб греха. Раб не пребывает в доме вечно, Сын пребывает вечно. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Истинно свободны будете, если Иисус Христос освободит вас от рабства греха. Если вы смиритесь перед Ним, взыщите Его всем сердцем, вы действительно найдете Его. Действительно будете наполнены Святым Духом. Для погибающих слово о кресте юродство есть, но для нас спасаемых сила Божия. Я понимаю, что для людей мира сего я выгляжу странным. Я прекрасно понимаю, люди. И я сам был человеком мира сего. Я грешил, я жил как хочу, я делал что хочу, когда хочу. Мне было все равно, люди. Но Бог есть. Есть Бог на небесах. И Он приходил, Он послал Своего Сына сюда, Иисуса Христа. И Он ходил по этой земле, Сын Божий. Он оставил вам Его завет, Его договор примирения с Ним, Его договор спасения от гнева Божия, люди. Потому что Бог святой, и Бог ненавидит грехи. Если вы продолжите в ваших грехах, продолжите в ваших беззакониях, я вас предупреждаю, что есть ад. Я вас предупреждаю, что есть святой Бог, который отправляет людей в ад. Именно потому, что Он святой. Именно потому, что Он добрый. Он и спасает людей тоже, спасает тех, кто придет к Нему. Поверив, примет Иисуса Христа, крестится и будет повиноваться Иисусу Христу. Делать то, что Иисус говорит. Иисус Христос, Бога-человек, Сын Божий. Он потрясающий, люди, вы Его не знаете. Он тот, который был безгрешный. Он тот, который прощал грехи кающимся грешникам. И Он готов вас прощать, люди, если вы нелицемерно к Нему придете. Всем сердцем, отдайте всю свою жизнь Ему. Иисус Христос говорил, если кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Это значит, что вы, все ваше сердце, вся ваша жизнь, все ваше будущее, все ваши амбиции, все ваши имения, владения, планы, дела, они больше не ваши, они принадлежат Иисусу Христу. И Он распоряжается всем. Если Он вам что-то говорит, вы идете и делаете это. Вот это Царство Божие. Вот это Царство Божие, Галун Царь. Я не удивляюсь, что большинство из вас проходит мимо, как будто меня нет. Большинство из вас проходит мимо, как будто меня нет. Потому что демоны не хотят, чтобы вы услышали об Иисусе Христе, чтобы вы покаялись от греха. И демоны и бесы ослепили ваши глаза и уши. Вы не слышите и не видите.
Я знаю, есть тут пару людей, для которых меня Бог сюда посылает. Я знаю, есть тот остаток, те, кого Бог предустановил ко спасению, те, кого Бог подготовил сердца, как добрую почву, те, кто слышит Его Слово, имеют уши, чтобы слышать, те, кому Его Слово падает в добрую землю, которую принесут плод, кто во 100 крат, кто в 50, кто в 30 люди. Есть тут такие люди, даже если вы делаете вид, что вы не слышите, я знаю, что вы слышите, и Бог слышит, люди. Бог слышит, я вам скажу, душа согрешающая там умрет. Скорее, ловцы мои слушаются голоса моего, я знаю, как они следуют за мной. Вы очистите ваше сердце, Бог будет говорить к вам через свой Святой Дух. Бог будет говорить к вам, если у вас чистое сердце, если вы очистите свое сердце. И Бог будет вам давать приказы, что нужно делать. И вы должны повиноваться Ему, это и есть Царство Божие. Это не что другое, это вот это. Бог царь, вы его раб. Он вам говорит, вы слышите, идете делать. Вот я тут стою, говорю вам, это тоже часть Царства Божия. Меня Господь посылает, говорит, иди проповедуй Евангелие. Я выхожу к вам и предупреждаю вас, придите к Иисусу Христу. Все труждающиеся, обремененные, Он успокоит вас. Иисус Христос, Бог и человек, Он прожил совершенную жизнь. Он не грешил ни разу. Он прощал грехникающихся грешников. Его убили за ваши грехи, Он воскрес на третий день. Когда Его убивали, на Нем живого места не оставили. Это акции Божьи, Его исполосовали люди. Он паче всех был обезображен. Он был избит, побит. Из него терновый венец на голову одели. Все, чтобы вы могли быть прощены, все, чтобы вы могли быть прощены от ваших грехов, если вы придете к нему, покайтесь от грехов. У меня двое друзей умерло. Христос был уничтожен в своем теле, чтобы вы могли быть прощены за ваши грехи, потому что Бог требует возмездия за грех. И возмездие за грех смерть. И Он простит вас, но на Его условиях. Его условия написаны в Евангелии. Вы должны покаяться, отвернуться от грехов, прийти к Нему всем сердцем и следовать за Ним до конца. Это будет стоить вам всего в вашей жизни, всего, Сын Божий. Этот Царь царей, Господь господствующий, будет судить вас. И Он ненавидит грех. И Он пришел сюда, приходил на землю не судить вас, но спасти вас. Но слово, которое Он говорил, оно будет судить вас в последний день. Если вы не покаетесь, если вы приступаете слова Христа, вы не имеете ни Отца, ни Сына. Если вы пребываете в учении Христова, вы имеете ни Отца, ни Сына, если вы повинуетесь словам Христа. Если вы умрете вне Христа, вне повиновения, не пребывая в Нем, не зная Его, вы пойдете в ад, я вас предупреждаю, ад реален. Ад — это место, где червь не умирает, где огонь не угасает, где будет плач и скрежет зубов. Ад — это ярость Божия, это место Его справедливости, место Его возмездия дьяволу, Его ангелам и людям, которые следуют за дьяволом. Большинство из вас следует за дьяволом, большинство из вас рабы греха. Вы произвольно продолжаете грешить, вы еще с дьяволом. Христиан говорит, всякий рожденный от Бога не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Но если вы продолжаете намеренно грешить, это показывает, что вы продолжаете восставать против Бога. И вы еще не в тех отношениях с Богом, вы на пути в ад. Смиритесь перед Ним, просите Его наполнить вас своим Святым Духом, Он наполнит. И Он спасет вас от ваших грехов. Он научит вас стоять против греха, побеждать грех. Побеждающий облечется в белой одежде. Побеждающий будет называть Бога своим отцом. Бог ему будет отцом и царем вечно, люди. Побеждающий. Если вы продолжите себя греха, попадете в ад. Заблуждаетесь, вас обманули. Вы преданы сильному заблуждению. Вы преданы антихристу, люди. Это другое учение, это не то, что Иисус проповедовал. Другое учение, учение антихриста, которое говорит, что вы можете продолжать грешить, вы все грешники, и Бог понимает. Бог не понимает. Бог так ненавидит грех, что Он послал своего Сына умирать за этот грех, чтобы вы могли быть спасены от ваших грехов, чтобы вы могли быть прощены и стоять против греха, очиститься, избавиться от греха, не грешить. Иисус, когда прощал грехи, говорил, иди впредь не греши.
И вы своей силой не можете это делать. Иисус говорил, без меня не можете делать ничего. Именно поэтому вы должны искать Его каждый день, смириться и перестать намеренно грешить. Всякий рожденный от Бога не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Вы знаете, дьявол не может войти внутрь вас, потому что вы намеренно не грешите. Если продолжаете намеренно грешить, умрете в ваших грехах, пойдете в ад. Я вас предупреждаю. Люди, не вечно будет Бог бороться с человеком. Господь Иисус Христос идет на эту землю судить ее. Он идет судить, Он воздаст каждому по делам его. Я вас предупреждаю, день Господень приближается. Господь Иисус Христос идет судить вас. И меня в святости никто не увидит Господа, ни в этой жизни, ни в следующей. Бог святой Бог, Он требует, чтобы вы были святы, как Он свят. Он прислал Иисуса Христа, чтобы сделать вас святыми, очистить от грехов, простить вам ваши грехи, если вы исповедуете, и дать вам Святого Духа, чтобы стояли против греха. Чтобы вы не грешили намеренно, перестали намеренно грешить. Что вы намеренно грешить? Вы знаете, что что-то грех, и все равно намеренно идете это делать. Вы знаете, что напиваться грех, и напивайтесь. Вы знаете, что прелюбодействует грех, и прелюбодействует. Вы знаете, что смотреть порнографию грех, не смотрите порнографию. Вы знаете, что брать откаты грех, не берете откаты. Вы знаете, что воровать грех и воруется. Иисус Христос сказал, что даже если ты на женщину с вожделением посмотришь, это имеется в виду не вашу жену, то ты уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Слава Богу, что еще есть из вас те, кого Бог привлекает, кого Бог умягчил сердце. Уши, чтоб слышать, и глаза, чтоб видеть. Слава Богу, что нет еще немногие, кому интересно. Многие, к сожалению, но многие из вас обмануты. Вы не видите. У вас есть глаза, и вы не видите. Вы проходите мимо меня, как будто я пустое место, как будто у меня тут нету. Как будто я тут не стою. Иисус говорил, кто любит меня, тот соблюдет слово мое. И я, Отец мой, возлюбим его. Придем к нему, обитель у него сотворим. Иисус также говорил, кто имеет заповеди мои и соблюдает их, это тот, кто любит меня. И я возлюблю его, явлюсь ему сам. Люди, если вы не верите, реален ли Иисус Христос, смиритесь перед ним, ищите его, шлифуйтесь ему, он вам покажет, что он реален. И вы увидите, что он реален. И вы увидите, что все правда. И вы увидите, что есть ад, есть рай. И это жизнь, это не все, что у вас есть. Это тело, то, что глаза видят, уши слышат. Это не вся реальность, которая есть. Это только часть реальности. Это только часть реальности. Бог более реален, чем эта улица. Бог более реален, чем мое тело. Чем вы. Он настоящая реальность. Вот как мы умрем, мы встретимся с настоящей реальностью. Это тело, это лишь временная жизнь, она нам дана, чтобы сделать свой выбор. Выбираем ли мы Бога, Его Царство, повинуемся ли мы Ему, да мы будем знать об Иисусе Христе, или мы выбираем дьявола, зло, свои грехи, свои неправды, мы любим неправду, или мы любим Бога, ищем Его, находим Его, примиряемся с Ним и царствуем с Ним вечно, как чады Божьи. Богом, который сотворил всю вселенную, небеса, землю, воды, все сотворил Бог. Он посылал своего Сына Иисуса Христа, чтобы спасти вас от ваших грехов. Идут под именем Моим, ведут заблуждение. Иисус Христос говорил четко в Евангелии, если не покаетесь, то так и покинуть. Если они отвернутся, то вам будет находиться искушение, вы молитесь, и Он вам помогает улыбнить. Это все записано в Его словах.